не самой лучшей игре нам удалось добиться хорошего результата. У нас не получилось, откровенно говоря. Первый тайм, игра несколько академично, были произведены вынужденные перестановки во флангах, и было плохие взаимодействия между нашими игроками. Вот. Много было потерь мяча, и, в общем-то, мало мы угрожали, поэтому какой-то немножко был сумбурный футбол. Ну, во втором тайме, в общем-то, несколько все изменилось, хотя, конечно, не до конца, как хотелось бы, но победа есть победа, поэтому я рад не столько игре, сколько счету, который нам позволяет с оптимизмом смотреть на ответный матч. У него обострился гайморит, он еще готовился к игре, но не смог. По показаниям врачей, Апанти получил травму в игре со Слуцком, плеча. Вот, я думаю, к следующей игре будет готовиться. К 15 числу должен, по крайней мере, быть готов. Мы имели преимущество во втором тайме, поэтому, в принципе, в целом доволен результатом по игре. Группа смотрит. Ну, может быть, почему нет. Да, будем подписывать контракт, но весь вся загвоздка у него в документах, которые пока не могут согласовать клубы. Как только согласуют, сразу подпишут контракт.